Большекаменская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту происшествия в поселке Подъепольское Шкотовского района. Предварительно установлено, что около 20 часов 30 минут 14 февраля 2023 года 35-летний мужчина в результате конфликта с родственниками поджег крыльцо дома по улице 40 лет Октября в поселке Подъепольское, где в это время находились 32-летний мужчина и 65-летняя женщина. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на месте работал Большекаменский межрайонный прокурор Сергей Обухов. Подозреваемый задержан. Ход и результаты доследственной проверки, организованной по факту произошедшего, находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.